Майки, футболки, сорочки, пижама, халаты. На ярмарке узбекского трикотажа каждый покупатель найдет все, что ему нужно. Без покупки уйти отсюда будет очень сложно. Продавцы предлагают качественные вещи по приемлемым ценам, которые всех приятно удивят. На ярмарке можно приобрести товары для всей семьи сразу. На нашей ярмарке представлен трикотаж производства Узбекистан. Размеры от 40 по 72 даже есть. В ассортименте и мужской, и женский трикотаж. Узбекистан – мировой лидер по производству хлопка. Вещи, представленные на ярмарке, из натурального материала, что особенно важно для детских вещей. На ярмарке большой выбор трикотажа для самых маленьких – от полугода до 12 лет. Материал – 100% хлопок. Очень приятный для на ощупь приноски. Не вытягивается, не садится, рисунки не стираются. Футболка с модным принтом обойдется всего в 250 рублей. Без рисунка гораздо дешевле. Футболка однотонная, мужская, производство Узбекистан, 150 рублей, 100% хлопок. Большой популярностью пользуется нижнее белье, стоимость которого от 40 рублей, и носки. Рядом с одеждой расположились стенды с обувью российского и зарубежного производства. Обувь эконом-класса, однако это касается только цены, но не качества. Берем, потому что у одних и тех же поставщиков, уже проверенных, по каким требованиям, чтобы подошва была качественная, например, полиуретан и кожзамы. То есть, ну, хорошего качества, не как раньше были, там вы их одели, они раскрылись. Модели как молодежные, так и для людей более старшего возраста. Продавцы обещают привести большой ассортимент летней обуви. Покупателей ждет и богатый выбор летней одежды. На ярмарке будет организована распродажа дачных костюмов, туник и платьев. Ярмарка узбекского трикотажа будет работать с 11 по 14 июня в кинотеатре «Вулкан» с 10 утра и до 18:00. Юлия Калинина, Антон Шишкин, ТВ «Тверь».